Приветствую, вышел New World. Тест, доступный всем, кто делал предзаказ в Стиме. Что ж, выбор сервера, название мира, название зерна мира, количество персонажей на том или ином сервере, я еще не играл, у меня их нету, количество друзей, среднее время ожидания в очереди, собственно, сама очередь, ну и население сервера. Так, давайте выберем что-нибудь с небольшим населением, потому что на самых топовых, вот, я смотрю, тут очередь 1180 человек, я не представляю, кто согласился в этой очереди 3 часа ждать, да даже вот это 36 минут, ну, есть и такие люди, может, у них уже выбора нету. Как говорится, они там персонажа слишком сильно прокачали и теперь локти кусают. Ну, давайте что-нибудь желтенькое выберем, потому что я играю ночью по Москве, а днем, я чувствую, будет ситуация еще серьезнее. Так. Значит, выбираю Ванахейм Эпсилон. Звучит? Звучит. Ну, тут сказано, что если я захочу сменить мир, мне нужно будет удалить этого персонажа. Если мои друзья на других мирах играют, то не получится с ними играть. Но я понимаю. Stories you've heard, they don't tell the whole truth. The island is indeed the place of legend. There's power and vast riches as well, but those who've gone before you have simply vanished, never heard from again. I saw the horror, the madness that overcame the crew. It was beyond any evil the world has ever known. How I survived, I do not know. The contents of this box are not of this world. They will guide you to that one, wherever and whatever that may be. Go then, Captain. Charge your course and your fate. I will say a prayer for the souls of your crew. Вот так плавно мы перешли к созданию персонажа. Выбор лица. Цвет кожи. Угнетателя выберем. Тип волос. Можно такой камуфлированный. Ха. Да, прикольно. Тут даже стайл принцессы Леи Оганы есть. Ну давайте такой повидавший и все у нас будет. Посидевший слишком рано. Так, а это что? А, волосы на лице. Понятно, можно такое придумать. Ну давайте, у нас будет
не будет как это... Не будет как мисс Вурст с Евровидения. Так, цвет глаз. Ох ты, может даже белый быть? Ну, давайте вот такое. Так, это что такое? Какие-то особенности лица, родимые пятна и... Веснушки. Нет, спасибо. Так, шрамы. Ух ты, это его прям пытали, что ли? А это что? Татуировки. Парень с татуировкой дракона. Так, ну, достаточно много тут татушек, кстати. Сейчас мы себе что-нибудь подберем. Ну, вот такая давайте. Отлично. Так, имя. Soulplay YouTuber. Так. Все правильно напечатал. О, время в очереди. За это спасибо. То есть я все это время был в очереди, на самом деле, уже. Пока перса создавал и пока грузился. Или нет? В общем, предыстория вкратце, вот то, что в баре он ему рассказывал, вот этот чел пришел, и тот говорит, типа, я там плыл на какой-то остров за сокровищами, но, по слухам, оттуда, типа, никто не возвращался. Я не знаю, как я выжил, вот крушение он пережил, видите, у него в глазах такое красным загорелось. Вот, и, короче, видимо, он этому дал коробку, ее содержимое не из этого мира, и, видимо, вот этот тоже, мы плыли как часть его команды или попутчики, не знаю, и нас тоже выбросило сюда. Капитан Альдус Торп. You come closer. Your captain needs you. There's something wrong. I'm not feeling right. Ну типа, что случилось? Подойди поближе. Devil storm. What in the nine hells was that about? And where is ну типа, где коробка? У меня нет коробки. Something isn't right. To come so close. It's not fair. What? What's happening to me? I can't die. Not like this. Я не могу умереть, только не так. Ну, еще как можешь. Так, залутал. Щит. А это что, жрачка? Ага, отрегенивает. Я уже все забыл, я играл очень давно, и с тех пор очень много всего изменили. Прыжки помогут вам перешагивать через объекты. Сначала у нас оружие как бы классическое, это мой РПГ, но потом, естественно, его можно будет сменить, как и класс, прокачка и всякое такое. Так, а как то как-то ускоряться можно, нет? Ну, тяжелая атака это удерживать, но понятно, правая кнопка мыши это блок.
Так, вроде бы я тут больше ничего не вижу. Ладно, идем далее. 20 минут, это я, видимо, буст получил, сожрав жарачку. Все настройки графики, кстати, на максимуме. Опа, паркурим. Владение мечом. Тут обучают, типа, должен выбрать. Ага. Либо по области, либо оттолкнуть. Давай по области. Урон. О, автобег на знак равенства. Так, сейчас по памяти будет босс первый такой. Но, по-моему, он меня раньше убивал пару раз. Там какая-то фишка с ним есть. Йо! Что такое жесткий? Слушай, я нажимал shift. Что, похоже, я неплохо подготовился с момента нашей последней встречи. Ой! Да я же пошутил, просто попонтоваться хотел. Задал, в общем, я ему трёпку, и он решил против меня использовать тактику мою же, тактику так называемой выжженной земли. О, это уже... Чё? Чё? Господи, вы прочтите этот ник. Лежать плюс сосад. Археологист. Ещё в этих... О, господи, это уже люди душные. Откуда столько русских? Камень. Ну давайте по квесту. Слушай, это так много людей, я думал, это сервер не такой густонаселенный. Hello there. Rough landing, wasn't it? В общем, если хотите, ставьте на паузу. Я помню, что тут надо всякие задания выполнять, помогать им и так далее. Though, to be completely honest, I wish it were я получил второй левел. I came from the Everfall. Ah, well, you came through death all right. Давайте ботиночки лучше оденем. Так, куда нам? Вот туда. О, а я атрибуты получил. О, как удобно сделали. По-моему, раньше такого не было. Ну, да, за это время большую работу провели. Еще тут, блин, был супер закрытый бета-тест. Вот, я на нем не был. Я хочу ловкача делать, если честно. Потому что я хочу использовать мушкеты. Значит, здесь есть система
попаданий в голову. То есть лук это для такой средней дистанции, он очень быстрый. Вот, мушкет, он гораздо медленнее, но у него выше урона, особенно при попадании в голову. У него есть зум, то есть ты сможешь увеличивать это самое, ну, приближать, да? Там потом оптика, по-моему, на него какая-то будет. И стрелять с дальней дистанции, если в голову там всякие криты и так далее, там потом плюс рапира, либо копье. Ну вот, вот это вот мне интересно. Ну и более оно так все красивше будет для зрителей. Потому что когда вот ты ближник чисто, ну или вот огненный, это тоже там достаточно близко нужно находиться. Все будет трястись, все будет взрываться. Вообще непонятно, что где находится. О, можно даже перекачаться, если что. Ну, ладно, пока будем следовать моему замыслу. Но сейчас у нас оружие непонятно. Сейчас у нас оружие, скорее всего, к силе привязано, потому что по умолчанию вот это. Это мы потом там найдем что-нибудь еще. О, он тут молился. Но я вам скажу, что нужно тут, конечно, тайминги к таймингам подстроиться, потому что вот все разы, что сейчас по мне попадали эти недруги, я блочил. Я успел нажимать правую кнопку мыши, но тут нужно ждать анимацию атаки. Вот, нет, сейчас я не нажал. Ну, короче, ну до этого нажимал, но вы поняли, я думаю. Так, возвращаемся. Что они там, смотри, что-то собирают. Еще что-то какие-то. Yes, it's grim work, but, like, sorry. But there's some delicious ball nearby. Так, а собрать камни, это я уже собрал. Более улучшенные штаны и собрать дерево, мне говорят. А дерево-то где собрать? Ну, по идее, где-то здесь что-то должно быть тоже. Вот, с кустов их надо собирать. Может, немножко с запасами, я думаю, пригодятся, мало ли что. Так, отлично. Там даже еще какая-то фигня собралась. А, скрафтить теперь нужно... О, это приседать. Так, а как тут крафтить? Может, вот так вот что-то? Нет. Или вот actions. Supply catch. Это что? А, просто залутать что-то можно было. Так, это какая-то фигня тоже. По квестам. Можете прочесть. Flint, wood, skinning knife. Then we're good to... Вот, крафтить у костра, понятно. Так, а что мне skinning knife? Вот он. Нож для свежевания. Так, хорошо. Да, нож у меня автоматически экипировался. Я смотрю, тут для него слот есть отдельный, как и для серпа, для кирки, для топора, для еще какой-то фигни, для удочки. Так, открыть журнал можно. Уже у нас квест другой, ну давайте. А, собственно, вот на этого нужно, хотел сказать, на осла. Так, давай свежевать. Не пропадаешь добру, как говорится, если ты уважаешь, как охотник, то должен все пустить на дело. Отлично. Так, опять же, крафтить. Light ration. Да, легкий перекус. Так я же уже сделал, нет? Можно
нужно как бы все приготовить. Окей. That smells delicious. The Everfall settlement is not sometimes. That's the question. Ну еще задача на лук. Рубашка дуэлиста. Ладно, идем далее. Так. Здесь нужно какую-то фигню насобирать. Вот здесь я еще вижу. Тоже можете поставить на паузу, прочесть. А, мне нужно их еще насобирать. Всякие манифесты. Еще что-то, окей. Ну, для того, чтобы сразу приятное с полезным. Я не прочь с ними сразиться. Ух ты, корабль весь зеленый. Это что, типа в плесени? Ну, в общем, вы поняли этих. Я сейчас тоже побью немножко. Смотрите, спит бедненький. Что-то из него выпало даже. Ну, вот еще какая-то фигня. Все, значит, я выполнил, да? А, нет, квест продолжается. Такое хождение по воде. Так, еще есть апгрейд левела. Ну, давайте тоже в ловкость вложим. Задохни, щадяда. Они просто хотели жить на этих островах. Они просто собирали еду, фармили. А пришли люди и всех их начали убивать здесь. Вот как оно выглядит. Да, господи. Говорят, нельзя собирать наше это место. А я говорю, нет, мое. Хозяин не тот, кто построил, а тот, кто это... Ну, состилить это самое основное. На самом деле. Хотя, может, я не состилил. Ну, прикольно. Какие-то я вроде перчатки выбил, еще что-то. Да, и место таки обновилось. А это что за фигня? А, посох. И меч более лучший, да. Меч заменим, перчатки. Вот, перчатку у меня вообще не было, тоже заменим. Теперь я должен еще круче отвоевывать землю. Бедные нежити. Но. Лучше им знать бы свое место, а то я тоже могу применить против них так называемую твою коронную тактику выжженной земли. Тогда тут никому не поздоровится. Включая местных жителей. Нет, все мое. Все мое. Ладно, ты можешь взять его на себя, я возьму на себя этот сундук и его содержимое, не волнуйся. Не волнуйся, я позабочусь. Ты, главное, этого чувака возьми. Ой, а еще там что-то одно. Это где это? Что-то все прыгают куда-то. Че, реально там, что ли, наверху? Флаг корабля. Да, интересно, ну ладно. А, и флаг с той стороны. Ну, тут, конечно, corruption resist. Да, блин, флаг-то, да, и алло. Типа какая-то устойчивость к скверне.
Возвращаемся. Я тут не расшибусь, если так вот резко сделаю. Опа, чуть-чуть расшибился. Ух ты, как много, как хорошо. Мне дайте. Я хочу. Если он не хочет, я могу. Я сейчас за всех тут отвечу. Давай, давай, иди сюда. Ты думаешь, я тебя боюсь? Ну, блин. Этот отступил. Ну, в принципе, вроде легкий. Все, нормас. Тут, кстати, вот какие-то фигни еще валяются. Наверное, их тоже все равно лучше подбирать. Эта способность, конечно, у нее радиус не такой уж и большой. Можете прочесть. Какие-то запасы. Там я смотрю патроны и стрелы нахожу. То есть тут расходники. Стрелять бесконечно из лука или из мушкета тоже не получится. Наверное. Так, я тут вижу уже члена какой-то. Гильдия. Так, и чё? Нас послали вдалеки дали. Опа, перчаточка. Ну тут больше устойчивости к физическому урону. Ну давай, такая черненькая готища. Ой, и лук, кстати, у нас теперь есть. Ну можно просто попробовать его, там посмотрим. О, а что это написано? Стрел 0. У меня же до хрена стрел. Че, угораешь? Эквип. А, вот сюда их надо. Вот, хорошо, что я их экипировал. И патроны тоже, слоты не занимали. Отлично, вот 36 стрел сразу. Ну, скорее всего, сейчас фигня будет с этим луком. Скорее всего, слишком слабо. Я куда-то бегу, там какие-то крики. Вдалеке. Найти источник заразы. О, еще какая-то фигня. Open map. Территориальную награду. Иверпал, я тут что-то заработал. Ну, типа захват территории более быстрый. Точнее, вклад в отжим территории. Либо быстрее фарм, либо еще что-то. Ну, давай. Либо XP больше. Опыта. Ну, опыта, это же тут есть левел кап. Тут максимально прокачаюсь и все. Фармить, как бы, тоже такое. Давайте вот это, чтобы больше вклад, как бы, в территорию. Потом буду отжимать территорию у кланов. Кланы будут за меня бороться, за то, чтобы я состоял в их клане, в их гильдии. А может, свой создам. Ну, хотя свой вряд ли, потому что надо заморачиваться много времени тратить. Да, как я и думал, урона очень мало. Ну, может, посмотрим. Может, я... Надо мне куда-то еще, наверное, залезть, да? О, молот войны. Ну-ка. Да, это вообще нереально. Лук. Блин, я жалею, что я лук взял на самом деле. Не стоило этого делать. Не стиль, сука. Так, ладно. Молот, в принципе, либо можно протестить. А, ну и жачку я сейчас сажу. А это что за херня? Интересно, за это что-то дали, он у меня сострелил или нет? Так, мое. Спасибо, что продержали для меня, я... Благодарен. Так,
Куда-то надо вот туда идти. Ну опять там всякие апгрейд. Ух ты, какая падла. На тебе с молотом. Достаточно, немножко темно, да, немножко, по-моему. Давайте немножко, может, увеличим тогда эту яркость. Ой, ну не до такой степени. Кстати, а Failed of View, ну-ка, как она? О, типа больше всего стало видно. Напишите в комментах, как вам? Мне это нормально, обзор больше. Почему нет, собственно? Так, что-то я упустил, по-моему, да? Вот эту херню, что ли? Что-то вот здесь где-то. А, видимо, оно ниже, да, расположено? Опа! Не понимаю. Я ее уже залутал. Эй, подскажи. Я могу, конечно, PvP. А, нет, я, наверное, не могу. Там надо какого-то левела достичь. Но смысл такой, что когда ты врубаешь PvP, ты получаешь гораздо больше опыта и всякое такое. А, нужно повергнуть какого-то зараженного чаплана. Я думал, я его поверг. Но можно еще повергнуть. Corruption Swarmer. Это не чаплан, да? Чаплин. Ну-ка, здесь живой чат есть, ну-ка. Hello guys, can you please help me how I defeat the corrupted chaplain? I can't find him. Where is corrupted chaplain? You so bad, нах, сори, это мне или кому? Где этот, блин? А, вот он, ёп! Сука, он мой! Есть! А ты жди своего чаплана. Thank you very much, my little friend. Не знаю, ему засчитали или нет. Он тут, видимо, появляется, но его выфармливали слишком быстро. Так, а куда мне теперь на выход, видимо, вот туда? На, кстати, еще я могу что-то прок... А, это меч опять. А у меня тут... Да блин! Не дает записать, скотина. Ладно, направляемся куда-нибудь туда. Ну-ка, я протестирую падение с высоты. Опа! Так, у меня одно очко в молоте, одно здесь. Интересно, все будет оружие быстро прокачиваться, или мне не стоило сейчас там что-то вкладывать куда-то? Вот в чем вопрос. Или можно тут спокойно прокачивать? Криты мечом увеличены на 10%. Мне кажется, полезно. Передвигайся на 30% быстрее, когда блочишь. Да ты заблокировал, атака дает 10% увеличенного урона на 20 секунд. Не подпрыгнуть, нанести больше урона. Прыжок, кстати, интересная, конечно, тема. Еще какая-то способность, я так понимаю. Посмотрим. А, ну и для этого, для молота. Вот еще на урон какой-то. Какая-то способность в молоте. Пробуем, так сказать. О, еще 5-го левела достиг. Еще могу что-то прокачать. Давай декстерити. Ух ты, там потом какая-то фигня будет. На определенном уровне.
Ой, на карте еще могу какой-то бонус. Подожди, где тут? А, нет, наверное, пока не могу. Ну ладно. Так, добежал я. Ну-ка. Выполнил квесты. Ой, тут кто-то уже из клана, что ли, бегает? Так. Чего нет, меня хотят? А, черт знает куда. Да, далеко. Ну ладно, пошли. Немножко я тут все-таки подфармлю всяких кустов, может быть, еды, потому что я не знаю там, насколько геморно ее будет в других местах достать. Ну, кусты, я думаю, везде можно достать. Я вот не уверен насчет камней. Ну, скорее всего, тоже везде. Даже каких червяков слутал попутно, когда камни лутал. Ладно, поперли. Давайте только я попробую мушкет еще пою. А, вот я могу это. Я могу вот так вот, два оружия. А, вот, кстати, на среднюю кнопку я могу приближать, отдалять. А Field of View-то у меня все равно максимально. Ну, ладно, так вот приблизили, считай. О, мушкет. Это что, белый кролик? Следуй за белым кроликом, как говорят. Отлично. Вот, кстати, тут я вижу навык у меня на... больше, чем наполовину прокачался. Свежевание. Прикольно. Надо посмотреть, как мне туда пройти. Значит, мне надо направо, сейчас прямо, потом налево. Опа, ну-ка, а смогу убить в бошку, если... Замри, замри, замри. Замри ты. Опа. Тихо-тихо-тихо. Ну, скажем так, это не лучший мушкет. Но вообще прикольно, все эти попадания в голову, в PvP они будут засчитываться. Конечно, я не знаю, насколько это сложно будет попадать. Но посмотрим. 75 опыта получил, я не понял за что, ну ладно. И чё постоянно кто-то долбит? А, он камень долбит. Hello, man. How are you? Have you got any problem? А, вон он пишет good, good. Ой, блин. Он офигел, наверное, что я типа до него докопался. Hello, girl. Hello, do you have boyfriend? Or maybe girlfriend. Have you got a boyfriend or girlfriend? Ладно, что-то тут... Они все стесняшки, ну ладно. О! А я тут не могу ничего... Нет, не могу подготовить. А, тоже хотела. Не волосая феминистка. Феминистка, что с нее взять? Неблагодарная. Я немножко другие движения. Вот такие вот могу. Блин, как она это делает, зараза? Ты посмотри, а, она меня опередила. Опа, а это PvP-шер, типа. Hello, boy. How are you? How are you, boy? Как-то морут они. Hello, boy. Они, наверное, ночью они все стесняются говорить. Да, про костры вот мне говорили, типа, стоит это... Блин, я тоже хочу ее разделать, индюшку. Она состелила у кого-то. Они в режиме PvP, видимо, бегают раз за это.
Вообще, я, конечно, зато выступаю, чтобы как можно более жестким здесь PvP сделали. Но он как бы сейчас такой здесь умеренный. Вот, ну здесь есть всякие квесты, штурмы, еще что-то. Ну, в общем, посмотрим. Пока интересно как бы дойти до чего-то. Слушай, она меня задолбала. Как она это делает? How you... перекат. Она издевается. Ладно, сейчас я разберусь без нее. Смотрите, как я научился. Спасение рядового Райана еще и с этой, с винтовкой. О! О как, поняли? Даже еще круче, она так не умеет. Ёперный театр, чему я их научил? Как лягушка. Так, ладно, бежим. Да, людей тут много. Я-то думал, блин, этот сервер тут поменьше хоть людей. Тогда страшно представить, что на тех, на густонаселенных. Hello. Ну что, все молчат, что ли? Или может в настройках что-то? Можете прочесть. Можете прочесть 2.0. Hello. I'm Misha. Tell me, how are things outside? There was the storm, and then shattered mountain started spewing corruption. It's bad, isn't it? Nice to meet you, Misha. My name is Sol. Oh, fiddlesticks! I knew this guy would call it these. Normally, I am. That would be very unwise. In fact, you should go for your own sake. Share your work. О, могу тут территорию смотреть. Ух ты, могу что-то апгрейдить даже. За монеты. Нет, монеты мне пока самому нужны. Наверное. И давай вот здесь посмотрим. Yes, this confirmed pay must make prep first, perhaps. But I insist you check in at the inn. Так, еще я могу тут что-то прокачать. Here or another settlement. Every soldier needs a warm bed. Так, это типа storage, вместимость хранилища увеличить. Либо торговую какую-то фигню понизить. Ну, я не знаю, давай торговую. Я не знаю, блин, давай торговую пока фигню понизим. Что тут у меня, куда я надо, сюда? Welcome to the Autumn Rest. Always a colorful place to be. You're here to check in? Be my guest. Literally. А, типа я теперь буду здесь спауниться. Точку спауна активировал. Ah, I hope you're feeling fully rested now. If you need it, if you intend to, I can put the quest to remain. You should get acquainted with our friends. Еще квеста взял. Так, 20 метров, 21. Блин. А, вот здесь можно торговать. Это люди типа выставили или что? Storage sheet. А, вот он, сторож. Сюда можно что-то складывать. Давайте шляпу. Так, а это что? Это отхилку тоже можно сюда положить. Даже нужно, я думаю. Но я пока ничего не буду сюда класть. Я не знаю, сколько сюда. 2 и 3 из тысячи. Если 2 и 3 из тысячи, то это дохрена. Нафиг мне сюда это все класть. Места хватит, хотя может я что-то не знаю. Может там слоты еще. Так, опять же говорим. О, какие-то тут... О,
О, у меня есть кирка, у меня есть топор, вот который сюда я положил. И, кстати, да, у меня уже порядочный вес. Давайте какому-нибудь снарягу Глима продадим, что ли. Ну-ка, вот продать. Я же могу продать. Но огненный посох я не буду. Посох жизни, посох огня. Давай Глима оружие продадим. А почему нету? А вот это вот, которое совсем Глима, то есть... Его только уничтожать, что ли? Salvage. Да, видимо, только уничтожать. Ну и, видимо, то же самое касается совсем голимой брони. Давай, да, немножко места таким образом освободим. Даже еще что-то получил. Могу по-быстрому продать, например, броню голимую. Что-то я вообще ничего не могу продать толком особо. Хотя дерево могу, кожу, вот это вот. Так, ладно, куда там... А, фармить, значит, надо выйти. Выйти из зоны комфорта. Вот оно, как в скаме. Вот этот звук. А мне интересно, сразу дадут в конце? А, вон там уменьшается эта хрень. Видимо, в конце дадут. Нормально. Здорово, чувак. Hello. Don't be scared. What? You scare me? Что он говорит? По-моему, он меня боится. You scare me? Так, во. Теперь могу рубить дерево. Нормальное. Так, craft timber at workshop. Craft stone block at stone cutting. Craft. Короче, скрафтить всякую фигню надо. Давайте по порядку. Или не совсем. Значит, прежде всего вот здесь. Кварц какую-то надо. А, вот эту. 4 штука. Отлично. Переходим к следующему. Ох, тут всякие 3 смеригольды. Да чё за... А, это дом. Тут можно дом купить свой. Чтобы в нем жить. Если вдруг вам негде жить в реальности, то можете купить здесь. Так, stone block. Сколько там мне их надо сделать? 10? Оперативненько. И 10 вот этих бревен. Теперь мы умеем крафтить. Так. Приходим, отчитываемся. А это что? А, я могу квест взять. На охоту на 10 волков. Либо рыбалка. Блин, я без понятия. Ну, на волков хотя бы понятно, что делать. Рыбалка не совсем. Но зато опыта больше за рыбалку. Ну, давай, допустим, рыбалка, ладно. Ой, а я могу все 3. Подожди, я могу что-нибудь отменить? Ой, она вообще пропадает. Ладно, значит, у нас только рыбалка. Блин. Ладно, рыбалка. На рыбалку.
Да блин, пустите меня. So you're the newcomer Clark was talking about? Чё, какой-то кейс мне дали. Так, я так понимаю, эти квесты... Ой, кейсы. Могу... открыть. Два открыл. О, какие-то... Я получил топовые эти ботиночки аристократические. Ух ты, прям вообще такие. Атласные. Так, еще что-то тут. 9 каких-то фиген. Надо сделать кузнеца. А, теперь at the forge iron sword. Ничего себе тут крафт. Ничего себе. Не самая, так сказать, плохая. Сейчас посмотрим. Слушай, а крутой меч-то я сделал. Ничего себе, он в два раза лучше, чем мой. Вещи будут привязаны ко мне, если я их экипирую. Типа, я их не продам. Смогу только уничтожить потом. Хочу Хотите экипировать? Подожди, какое задание там? Да, хочу экипировать, блин, меч. Нормас. Так, что тут еще? Let me see the stick of metal. Before you stray too far, I suggest introducing yourself to Survivor's Lee. О, перчаточки аристократические. Истинный аристократ. Ух ты, белые перчатки. Да, это про меня. Это точно про меня. Слушай, а может эти квесты надо... Ой, эти ящики не надо было открывать? Лучше было их подкопить, пока я левел побольше соберу, и тогда из них выпадет что-то крутое? Или там все-таки уже в них заложено, так сказать, что в них выпадет? А, я могу это... Можете, во-первых, прочесть. Если хотите. А мне задание, типа, этот, костер поставить. Ну и рыбу наловить. А рыбу можно вот в этой фигне где-нибудь... Как мне... О, поставил. В маленькой там хрене. Да, я вижу, как тут другие фармят деревья. Так, еще тут что-то изучил, какие-то пещеры на карте открыл, еще какую-то фигню. Кто-то тут сражается. Ужасные крики. А, ну здесь волков я бы мочал. Блин, а отсюда спрыгивать нет? Ну смотри, тут где я нахожусь. А, ну все-таки да, про волков там написано. Ни хрена. А вот он уже сносит так неплохо. Да ёперный театр. Ну, пришлось состилить. Ну чё ж ты поделаешь? Вот этими ультами быстрее добиваешь. Мне вообще нужна рапира. Или копье. Копье, скорее всего. Опа, там что-то валяется. Как-то не подобрал. Вот так. Будет с каждым, кто пойдет против меня. Против моей воли. Ну, считайте, это только волки в самом начале, уже они вон снесли почти мне пол хп. Ну, криты. Не зря криты качал у меча. Так, с волками я выполнил. Кстати, я вижу, белая линия у ножа постепенно заканчивается, то есть он ломается, нужно будет потом заново крафтить. Почти наполовину инвентарь забил. Пьет, блин. Я тоже перекушу.
Так, если я нажимаю на Y, то я могу поставить тут типа костра что-то. И тоже сделать как точку респауна. Ну, чисто для квеста можно, конечно. Тем более, что резов у меня до хрена. А если я другой костер поставлю, то что? Не понял. Типа надо сколько-то раз щелкнуть. А, Greenwood. А у меня нету Greenwood. Да вот это что ли? Да не это, блин. Ух ты, ни хрена себе. Я его не могу, короче, рубить. А вот тут Greenwood. Вот его можно собрать. А чтобы рубить вот эти здоровые деревья, у меня должен был скилл добычи дерева. Равный 50. Это то есть до хрена его еще качать, учитывая, что у меня тут, по-моему, только что-то третьего или второго уровня. Вот эти всякие фармы, добычи. Так, подожди, где? Ты что делаешь? Он мне достроил? Thank you very much. Он мне достроил? Это мой реально. Thank you. А, здесь можно отдохнуть, сесть у костра. Типа полностью я отдохнул, мне пишет. Так, можно что-то скрафтить. Так, путешествовать куда-то, закончить квест. А, ну и, собственно, с рыбной ловлей. Сюда вот вниз тогда схожу. Ты что еще за жопа? А, это индюк. 8-й левель я. Давайте еще в ловкость. Слушайте, стоп, а куда я? А, ну ладно, хотя заодно сразу с кострами эту фигню протестирую. Просто... Типа, мне же нужно, ну, скрафтить. Скрафтить удочку. Вот здесь. Что мне на нее требуется? Fibers. Волокна. Гребаные волокна. Где мне волокна раздобыть? Я предполагаю, что на полях, может быть. А, вот какой-то бош. Может, здесь fibers? Нет, это Greenwood тоже. Зараза. Не то. И здесь тоже не fibers, нет. Hey. Can you please tell me where I can find fibers? Can you please tell me where I can find fibers? Что-то он пишет. В общем, что-то он пишет. Town, there are hams you can get from those flans. There? Он говорит, типа, в городе там что-то растет на плантациях. Окей, thanks. Типа он сказал, снаружи города. Тут мобы такие, уже больно били они. Hey, where is fiber? Where I can find fiber, please? Can you... YouTube. Говорит, он новенький, не знает, где найти файбер. 11 левел и в клане, ага, как же. Can you please tell me where I can find fiber? Fiber, please. Can you please tell me where I can find fiber? Fiber. Директ, чего? Блин, короче, он ничего не понимает, какой-то тормознутый. О, а это что за херня? Это не fiber, случайно? Блин, нужен 30-й скилл сбора. Охренеть.
О, еще какой-то цветок душ. Что-то типа того. Так, мне надо, наверное, сделать вот эту вот штучку. Серп. Я так понимаю, может быть, он как раз поможет мне эту хрень собрать. Вот, я его итогу одел. Delivered from hemp plants. Растение конопли. Может, меня как раз туда и направили. Как бы то ни было, это вы узнаете уже в следующей части прохождения. Дайте понять, если игра вам понравилась, лайком, подпиской и комментом. Ну, подписки, если не подписаны, вы поняли. Не предавайте паладинов, поставьте лайк. Благодарю за внимание.